И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. В прошлой серии мы с Герком взорвали базу подводных лодок, принадлежащую Хойту. Не знаю, что там базировалось. Но, в общем-то, еще один оплот этого диктатора этого острова рухнул. И в этой серии предлагаю разведать эту новую территорию, так как мы оказались именно на ней. И мне кажется, что вот эта последняя миссия с Хойтом была реально последняя с ним. И уже мы его больше не увидим. Так, а двигаем мы, конечно же, к вышке. Ага, попалась птичка. Дай-ка мне перышко. Зачем с птичек перья собирать, я, честно сказать, не знаю. Блин, вышка дальше, чем казалось. Думаю, так будет быстрее. Прям к собакам прилетели. Ни хрена, что они там творят? Озверели, что ли, вообще? Так, ну ладно, у нас другие заботы. Очередная вышечка, которую мы должны покорить. Уже отсюда слышно, как трещат все их стыки, болты и гайки. Свалиться, а? Первый раз сваливаю с вышки. Хорошо, что с такой небольшой высоты, правда? Такс, хорошо. Идем пока вроде правильно. Как-то вот так в окружную надо обойти, да? Тут вообще все на соплях. А, теперь вниз надо спрыгивать. Кто придумывал этот маршрут? Я его ненавижу, честное слово. Но, тем не менее, мы почти залезли. Чё, ни одного ящика? Нет, есть ящик. Я бы удивился, если бы ни одного ящика здесь не было. Thank you.
экзоты. Какая-то небольшая деревушка. Так, радиовышка включена. Сколько нам осталось-то радиовышек? 15 из 18. Три радиовышки осталось. P4-116. Вот у меня в руках. В бесплатном магазине Z93. Так, сброс припасов у нас вон там. Давайте отправимся туда, наверное. В первую очередь. Парняга здесь валяется. Погнали. В принципе, уже ни опыт, ни деньги меня не волнует. Уже чисто для своего удовольствия мы это делаем. Опа! А, да нет, я застрял. Я застрял. Я заснял. Черт, ну и как мне? Блин, специально что ли эти камни здесь поставили? Какого хрена, а? Да ну нахер, что за говно? Она еще и не ломается, тварь. Так-то лучше. Я думал, уже игра повисла. Конечно, не хочу попробовать снова. И мы снова за баранкой этого пылесоса. Ребята из Ubisoft просто любят издеваться над своими игроками. Поэтому они замутили вот такое вот нам испытание. Черт. Да, детка, мы это сделали. Спасибо за доставку. Всегда пожалуйста. Чего не сделаешь ради братьев Ракьят. Так. Мы где-то рядом с рыболовное хозяйство Крига. Городок, смотри-ка. Интересно. Я просто купил все карты сокровищ, поэтому так много всего здесь. Я здесь не собирал. Я собрал вот на этой ранее открытой территории. Ну и сейчас мы пойдем, конечно, освобождать рыболовное хозяйство Крига. Оно же принадлежит Кригу, правильно? Какого хрена его заняли комодоски вараны? Это несерьезно. Я думаю, можно даже действовать с этого берега путем вот этой вот штуки. Самые лучшие вещи на земле. Вот этому парню, если попасть чисто в голову, то он сразу скопытится. Вот таким вот образом. Блядь, чё я за косой, а?
опять косой. Попал. Развлекайся, пожалуйста. Черт, там кто-то еще сзади. Охереть, весь аванпост горит. Ну, как-то так. Одна снайперская винтовка помогла нам решить все на этом ванпосту. И я, кстати сказать, не обнаружен. Замечательно. 1500 опыта дали, который нам, в принципе, уже не нужен. Пока ракеты там выясняют, кто из них крут, давайте пополним боезапас. Тут на халяву, в принципе, можно все пополнить. Тен-тен. Есть у нас аптечка. Есть у нас контейнер. Продадим все ненужное. Нас... 75 баксов? Мало ненужного. Хорошо. Нет, расходный материал, бронежилет обязательно. Ну и в принципе все. Нам надо изготовить разрывных стрел побольше. Ну то есть по максимуму. 5 есть у нас? Нам надо 10. Ибо они мне очень нравятся. И опять пополнить боезапас. Потому что разрывные стрелы у нас готовятся из гранат. Да, 5 гранат мы докупили со скидкой в 20%. Сволочи. Охота на зверюгу здесь есть, кстати. Мы заняли аванпост, но работа еще не закончена. Проверь его сопротивление. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Леопарды покалечили собаку местного жителя. Используйте предоставленный огнемет, чтобы сжечь их живьем. Охереть, как жестоко. Где-то аж на том берегу. Странный такой мост, да, вроде разводной, но его развели не до конца. И преодолеть можно только при помощи автомобиля, хотя так можем сигануть. Да, норм. Так, не знаю, я уже начал уничтожать леопардов. Ой, патронки, патрончики кончились. Так, а что мы поменяем? Давайте поменяем, ладно, лук на огнемет. Ну что, заразы. 4 леопарда. Надеюсь, они боятся огня. Так, вижу, вон там уже парочку.
Раз, два, троих вижу. Один сдох. Ай, блядь. Да, блин, куда ты провалился? Охереть, я тут всю саванну поджег. Ой, саванна, это ж пустыня. Всю сельву имелось в виду. Так, два леопарда осталось. Ага, ты уже знаешь, что у меня в руках огнемет. Валит от меня, смотри-ка. Поближе к водичке, что ли, захотел? Живой, зараза. Все, скопытился. Главное подойти поближе. Да, знаете, это было жестоко. Блин, леопардики бедные. За что на них-то с огнеметом? Ладно, побивал бы их там с огнестрела. На черт возьми, с огнемета по леопардам шмалять. Это печально. Но, как водится, моего лука уже нету, насколько я могу видеть. Черти полосатый, сперли мой лук. Здесь нельзя ездить. Так, далее. Куда мы держим путь? Интересно, вот что за город? Я ни разу не был в городке. Наверняка там тоже полно наемников. Черт его знает. И судя по тому, что значок этого городка красненький, мне кажется, что все-таки там обитают наемники. И он весьма враждебный. Так, где наш лагерь-то? Где-то неподалеку должен быть. Да, где-то здесь. Мне надо поменять этот чертов огнемет на лук. Потому что я чую, что нас ждет реальная заварушка в этом городке. Несмотря на то, что, блин, в метрах, ну, в километре от этого городка уже наша база, и здесь ракеты вовсю хозяйничают. Давайте нам дальше. Наш лук — это любимое оружие. Нет, не любимое. Эксклюзивное. Экипировать. Вместо огнетушителя. Хочу полосатый. Так, боеприпас пополнил. Так, вроде нормально. Все на месте. Так, идем мы вот сюда аж. И не идем даже, а едем. Обожаю эту музыку. Так, что же это за городок такой? Интересно.
такой возможности я не упущу, конечно. 98 из 120. Осталось всего ничего. Так, вроде как нормально. Ну, они вроде бы, знаете, настроены не особо воинственно. Он как-то со всех сторон закрыт, этот городок. Не, нас туда не пускают. На парашюте нас туда не пускают, представляете? Меня просто откинуло. Хотя я нажимал прямо. Давайте попробуем через главный вход. Ракеты здесь спокойно разъезжают. Черт возьми, что за городок такой? Со всех сторон какая-то зона. Обнесен забором с колючей проволокой. Черт побери. Хрен заберешься. Возможно, у нас еще нос не дорос для такого, для взятия такого городка. И нас этому как-нибудь научат попозже. Да, со всех сторон двери закрыты. Наглухо причем. Ну, черт его знает. Оставим городок на сладкое тогда. Отправимся вон к тому аванпосту. Прибрежная площадка. Я не знаю. Залететь туда просто так не получается. Наверное, когда позже откроется нам тайна этого городка. В принципе, их здесь несколько. Здоров, мужики. Я здесь не для того, чтобы играть по правилам. Как поживаешь? Да и ты тоже. Да, нормально. Вот тачка мне ваша нужна. Не против? По глазам вижу, что не против. Это собаки всего лишь. Стопэ. Еще одна здесь реликвия у нас притаилась. Охереть. Жалко мне ребят вот этих, которые лежат по всему острову с завязанными глазами. Ну, ясно, что их убили как просто животных, да? Ну, смотрите, что это такое? Не в бою, не как-то еще. Просто пристрелили, как собаку. Реликвия акулы на этот раз. Так, осталось 21 реликвия. Так, а вот и аванпост. Броневичок, снайпер. Солдатен. Еще броневичок. Как можно не знать, что такое песок с водой, а? Еще двое. Ой. Я вас понял.
Идет. Так, показалось. Ну хоть стабильно, и то хорошо. Блин, я как тут как три топли на плющихе. Че там было? Так, этот парень сюда идет. Ой. Ненавижу это дурацкое место. А это что? Так, а вот здесь, кстати, может быть еще кто-нибудь? Нет? И к этому парню как-то можно забраться туда наверх. Как мне кажется. Отсюда вроде нет. А у него? Что за пушка такая? Блин. Вот этого-то я и не заметил. Вообще не заметил. Эти друг за другом смотрят. Я вижу это дурацкое место. Так. Ух, какие глаза, вы видели? Чего?
Так, теперь те двое. Как-то так. Мы сработали. Вроде неплохо получилось, по-моему. И ракеты, как всегда, наготовенькая. Так, охота за головами у нас там есть. Интересно, интересно. Успеем ли мы за эту серию пройти, я не знаю, честно сказать. Сейчас будем пополнять оружие. Я посмотрю по времени. Ну, вроде как не получается. Поэтому продадим всякий хлам. Окай. Возьмем. Боеприпасы пополним. Окай. Бронежилет в норме. Так, здесь у нас есть. Вот оно, что у нас есть. Карта памяти у нас есть. Грибы. Шантаж мексиканского землевладельца приносит свои плоды. Теперь у нас есть подробные досье на методы, используемые для роста и консервации галлюциногенных грибов в промышленных масштабах. Эти данные будут немедленно использованы на наших продуктах в производстве и должны повысить их срок хранения. Замечательно. Про грибы мы теперь знаем все. Что там, ящик был, что ли? Ну-ка, Сим-Сим, откройся. Сим-Сим, отдайся. Так, ну что ж, очередной аванпост наш. Нас ждет еще разобраться с тем, что делать с тем, городком. Ну, также охота за головами в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Комментируйте и ставьте большой палец вверх. Всем счастливо, всем пока.